Друзья, недельная глава Пинхас. А Пинхас мы уже упомянули не раз. В предыдущей нашей записи мы говорили о этом невероятном человеке. Из этого сейчас, да, глава в честь его названа, но мы будем говорить о другом. Мы будем говорить о жертвоприношении, потому что действительно о всех праздниках и о всех определенных жертвоприношениях, которые Тора нас учит, мы читаем здесь. Начиная с тем, что каждый день, есть то, что называется Курбана Тамид, есть дневное жертвоприношение, которое делается утром и перед вечером, которое указывает о том, что Всевышний всегда с нами, как и был с нами утром, так и он с нами перед вечером. «Ани Ашем ло шаниты». Я Всевышний, я не меняюсь, я постоянный, я вечный. Да, это Всевышний. В субботу есть дополнительные два жертвоприношения, которые указывают о том, что в шаббат мы получаем дополнительную душу. Если хотите, можете назвать определенный апгрейд или апдейт нашей оперативной системы, которую мы получаем в течение субботы, в течение шаббат. Три аспекта или три апдейта пятница вечером, три дополнительные апдейта или апгрейды субботу утром. Это мы это делаем и принимаем в себе с помощью тех молитв и песен, и чтения Торы и так далее, которые происходят во время шаббат, во время субботы. И жертвоприношение указывает об этом. И дальше также, например, если это новый месяц, там есть определенные жертвоприношения, которые тоже указывают нам о обновлении определенного цикла, то, что мы называем цикл месяца. В Песах определенные жертвоприношения, которые оно иначе, оно другое. Другие праздники, как Шавуот, если мы будем смотреть в детали жертвоприношения, мы будем видеть определенную двойную линию, потому что Шавуот — это тот праздник, который в нем объединяется духовное с физическим. Помните, на прошлой главе недели мы тоже это сказали, об этом говорили. То есть, когда народ Израиль принимает Тору, духовное связывается с материальным, с физическим. И тогда, после этого, у нас есть жертвоприношение для Рош ха-Шана, для Йом-Кипур и для Шмини Ацерет. Они немного другие жертвоприношения. Они указывают о том, что это как раз начало всего, начало творения мира, начало замысла творения. Вот этот момент начала, он очень-очень важен, который выражается в том числе с помощью жертвоприношения. И, конечно, праздник Суккот, где во время Суккот не только, что мы приносим 70 жертвоприношений в честь 70 народов мира, что было благословение для всех народов мира. Есть определенные дополнительные жертвоприношения, которые тоже указывают, что праздник Суккот, в нем есть двойная или в два раза больше жизнь и для всех народов мира, и тоже для нас, для народа Израиля. Также очень красивый момент – это то, что эти все жертвоприношения – стройны по 10 сферот. Для тех, которые изучали со мной, например, курс Каббалы, мы прошли через все 10 сферот. Давайте посмотрим совсем вкратце, как эти жертвоприношения связаны с 10 сферот. В чудесном образе эти жертвоприношения мы можем видеть, как они связаны с 10 сферот. То, что мы изучали в наших курсах Каббалы и так далее. Например, кетер – это корона. Жертвоприношение, которое связано с кетером, это то дневное жертвоприношение, которое мы два раза приносим, которое указывает о изобилии, о благодать Творца, который течет, который приходит, который наполняет этот мир, наполняет нас и нашу жизнь каждый день, несмотря на что. Это всегда там. Эта корона навсегда там. Вторая сфера – это хухма, это мудрость. И она указывает о дополнении в жертвоприношении, которое происходит каждый шаббат. Каждый шаббат – дополнительное жертвоприношение, которое мы называем мусаф или добавка. Кстати, он тоже выражается в словах молитвы, особенно если вы молитесь по молитвенник сфардов, то есть хасидов, или сефарадим, или Эдота Мизрах, где есть молитва, которая также называется кетер. И праздник Мусав, это дополнительное жертвоприношение, указывает о мудрости Творца. Мы празднуем сотворение мира, мы празднуем то, что Всевышний создал мир за 6 дней, и каждая суббота, каждый шаббат мы празднуем вновь то, что этот мир существует, сотворен для каждого из нас. Новый месяц, у нас есть тоже Мусав.
тоже жертвоприношение, которое указывает нам о обновлении месяца. И это как раз связано с сферат бина. Сферат бина как раз указывает тоже о обновлении. Потому что бина – это корень обновления жизни. Весь жизненный поток с верхних миров выходит через бина. Из этого мы говорим, что бина – это как мама, которая рожает, которая дает жизнь своим детям. Дальше давайте посмотрим. Первый день Песаха – это хесед, это милосердие или благодарности, дарование. И оно указывает о том, что мы вышли из Египта. Это большое милосердие, которое пришло к нам. Седьмой день Песаха – это уже гвура, это определенный аспект суд или сила. И это потому, что в седьмой день раскрывается Красное море. Мы окончательно побеждаем египтян в этот момент. Мы проходим через Красное море, они уже нет. В этом есть аспект суда. Раскрывается Красное море с определенной мощью и силой, которая выражает это чудо. Шавуот – это тиф-эрет. Шавуот – это тиф-эрет. Оно очень-очень красиво тоже связано и с точки зрения цветов, и с точки зрения дарования Торы. Рош ха-Шана – это Нецах. Нецах – это вечность, потому что Рош ха-Шана раскрывается вечность Творца, вечность королевства или царства Творца над этим миром. Год – вот эта определенная красота, которая также связана с Аарона Коэн. Аарон первосвященник, он представитель Год. Это Йом-Кипур, потому что Йом-Кипур – это в основном день работы первосвященника. Эта красота, эта работа происходит во время Йом-Кипур. И также год связан с жертвоприношением этого дня. Суккот – это Есод. Есод связан с половыми органами, с жизнью. Праздник Суккот в определенные свои аспекты исправляет наше падение в этой теме – моральный, этичный, нравственный и так далее. И уже Симха Тора, радость Торы. Симха Тора – это уже Малхут. Это уже благодарность к царю, к королю, ко Всевышнему. И я рассказываю об этом, потому что тот порядок, который мы видим в Торе, то, что мы читаем в этой главе, мы читали о жертвоприношении в предыдущих книгах, в книге Вайкра, показать, что вся Тора не рандомальная, есть определенный порядок. И когда мы изучаем глубже Тору, мы можем раскрыть и увидеть этот порядок, и видеть этот метафизический, этот трансцендентный порядок, как он выражается в Торе. Дай Бог, это поможет нам и увидеть этот порядок и в нашей личной жизни. Укрепить в себе уверенность, вера, понимание и раскрыть свои глаза, чтобы увидеть присутствие Творца в каждый момент, в каждый элемент, в каждое отношение в нашей жизни. Шаббат шалом.